хватит трястись, а то пристрелишь наше священное мясо. Вау, меня тут так ценят. Выйдут однажды, как вышел в свое время Анно Хидеяки, и такие: «Все это не имеет смысла, мы просто издеваемся над вами». Вы умеете бороться со стрессом? А пойти зажрать стресс, это считается бороться со стрессом? Если нет, то нет. Это вообще вся фигня пошла с того, что нас очень сильно доставали со словами: «А вы правда встречаетесь? А вы правда встречаетесь?» И я заколебала каждый раз говорить «да». Я начала говорить: «Нет, он мой брат, вы чё? Да чтоб я с этим дебилом встречалась!» Он просто не может найти накладные. Ну ладно, так и быть. Но я на самом деле тебя ревную, особенно к твоему мужу. Каждое утро мне приходилось вставать с петухами. Нет, не с этими. А вот с этими двумя конкретными петухами. Прости. Я парень. Опять врешь? Это правда. Может, ты опять врешь? Это правда. Покажи ему слоника! Вдруг мы увидели школьника. Ему было весело, а мне уже не особо, ведь я знал, что этот школьник намного опаснее, чем взрослый мужик. Теперь я спрятался за спину Вадика, а мой друг засмеялся. Школьник не понимал, что происходит. А кто это у нас такой маленький? Я их надену. Теперь я настоящий извращенец, геймеры. Вот как альфа-самцы носят труселя. Эй, sweetie. Why don't you bring that juicy ass over here and hop in daddy's new whip? Excuse me? Who's talking to me? Oh. Well, you just gonna stare at these daddies, or you wanna rip off that top and hop on in here? That is not okay. You don't talk to people like that. I've never been more ready. Я по-прежнему смотрю на те деньги, которые мне пришли, мне это очень нравится, люблю деньги. Деньги — это моя любовь. Деньги — это моя слабость, деньги — это мое все. Вы наверняка подумаете: господи, какой мразотный меркантильный человек. Я вам отвечу. Да. Насидочки без диоптрий — это прошлый век. Сажать зрение на сидочки с пользой — вот настоящий тренд. Ты ломаешься, как баба. Потому что в глубине души я женщина. Детей убивать не стоит. Ха-ха-ха, какая хорошая мысль. Жаль, я не подумала о ней раньше. Мама — это старший брат, которого любит Ямада. У меня еще один сын, и я не знала об этом.